Салют, мой дорогой друг! Добро пожаловать на летсплей по игре Wildlands. И зачем я начал с этого экрана? Мы бы уже как бы вторую серию снимаем, но я очень сильно хотел бы рассказать вам про обновление. Вышло одно большое-большое обновление глобальное. Это версия 0.11.0.6.0.6.4.1, то есть тут пиковая производительность. Во-первых, это обновление, которое добавило всем нам долгожданные FPS-ики. Я очень много смотрел летсплеев на эту игру, и все жаловались на то, что очень мало FPS, то есть проседает игра, вроде бы полигональная, почему она такая проседает, в общем, очень много жалоб было. Помимо того, добавили глаза. Теперь у нас другие аватары, вот как вы можете видеть, да, тут меняются лица, но они теперь больше похожи на человеческие, более детализированные и менее раздражающие, так что это, конечно же, приятно, да, приятно. Это еще не все, сейчас мы отправимся непосредственно в саму игру и будем смотреть, что у нас там, как у нас там. Итак, мы в игре. Вроде бы произошел такое вот улучшение, усовершенствование, значит, производительности. Я действительно вижу, производительность налицо увеличилась, потому что у меня 32 FPS. И, внимание, мы видим тучи. Раньше туч не было, а теперь они есть, ребята. Они теперь вот, обратите внимание, как будто бы в них есть тоже полигоны. То есть полигональные, но все-таки тучи. И тучи — это круто, потому что ты... больше реализма как бы появляется в игре. Плюс некая прорисованность. Давайте посмотрим на настройки, какие они тут вообще, и что тут изменилось у нас. Появилось что-то или нет? Вроде бы на первый взгляд ничего не появилось. Качество детализации. Давайте поставим высокий. Уровень визуализации. То есть, так, это мы уменьшим. И хэбао тоже уберем. И посмотрим, то есть, хотелось бы, конечно, ну вот так, да, вроде норм. Прошу прощения, я сейчас разберусь с кошкой и вернусь. Итак, я разобрался с кошкой, не подумайте ничего плохого, она хорошая кошка. Так, съесть жареную кошку. Ой, тьфу, блин, мясо. Так, и так как у нас персонаж был голодный, ну давайте-ка мы ляжем и поспим. Где-то здесь построил, о, вот он, да. Травяной матрас. Поспим, потому что нам нечего делать. Так, ночью у нас тут очень опасно. Ну как опасно, вообще-то, если ходишь — опасно, если спишь себе — так, ничего опасного нет. Так, остатки возьмем, это все. Так, что мы можем тут взять? Древесину, что ли? А, то есть типа мы здесь еще можем разжечь и что-то делать. Ну, круто. А чем можно заняться холостяку на таком вот острове? Конечно, сделать еще больше стрел, конечно же, куда без них нам деваться. О, кролики. Нет, определенно стало лучше. По крайней мере, на моей слабой машине это можно заметить, что хотя бы 3-4 кадра появились дополнительные. На более сильных машинах, я думаю, разницу вы увидите больше, потому что там... раньше просадки были, ну, технические чисто, да, такие. Сейчас просадки у нас... У меня просадки, то есть... Они упираются не только в то, что, допустим, какие-то проблемы с игрой есть. Они упираются еще и в мое железо. То есть тут уже не совсем оптимизация, тут куча других проблем. Так, вроде бы у нас как бы на некоторое время есть жареные фрукты, еда есть. Чем бы нам заняться? Правильно, нам надо заняться крафтом более крутых вещей. Мне не нравится одежда, которую я ношу. Хорошо бы ее заменить на что-то более существенное. И для этого мы сейчас будем как бы просматривать наш крафт-каталог. Так, о боже мой, крафт-каталог. Что у нас тут? Так, у нас тут много дверей, я так вижу. А соломенное все. Так, давайте выберем. Недавно выучено, недавно создано. Ключевые предметы. Так, ключевые предметы. Окей, ключевые предметы. Понятно. Вот сюда мы будем довольно часто захаживать, потому что это все нужно будет. Так, углевыжигательная печь. Без топлива. Печатный пресс.
Так, что у нас тут? Дубильный станок, прялка. Что для всего этого нам надо? Угу. Чтобы сделать кожу. Я так понимаю, одежду, да, получше. Ну, окей. Так, нам надо вот это. Давайте создадим. Окей, создали. А, так, всего один, что ли? Что у нас тут? Шест. Давайте соберем еще немного палок. Я думаю, все-таки мы что-то как бы... Ой, мало взяли. Надо привыкнуть к управлению мышью. То прожимаешь совсем не то, что нужно. Так. Итак, дело будет за этим. Пойду-ка я собирать палки. Итак, я добыл все, что мне нужно было, и, конечно же, много-много грязи. Только скажите мне, пожалуйста, как ее выкинуть, пока я с нею несусь. Итак, я тут могу построить прялку, я тут могу построить ткацкий станок, и я тут могу построить дубильный станок, и все это мне даст одежду. Вопрос очень резонный. Насколько мне сейчас нужна одежда? Ну, окей, давайте ее сделаем. Попробуем поставить где-нибудь здесь. Ну, по крайней мере, мне говорили, что с этим будет много чего связано. О, кстати говоря, лен. Допустим, если я найду еще один лен где-нибудь. Вот он здесь. Синенький такой. Так, а что если я... А, так, то есть землю я могу вот так вот. Вау, терраформированием могу заниматься. Круто. То есть, типа, местность, да? Менять. Ладно, но я не буду этим баловаться, мне просто это выбросить куда-нибудь. Так, вот, допустим, у меня есть... о, так, давайте создадим тогда ткань. Я так понимаю, мне лен придется выращивать. Притом, мне в комментариях уже писали, спасибо вам за то, что написали. Да, только вот такой вот вопрос. Мне придется все это все время вручную делать, или здесь есть какие-то автофермы? Что-то я подозреваю, что здесь были автофермы какие-то, к сожалению. Так, что у нас тут возможно сделать? Так, 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 так. Так, нажмем все предметы и увидим страшную картину. Так, мне нужны семена от льна. Я помню, что я их как-то когда-то вытаскивал и доставал. Только вот здесь бы вспомнить, как это делается заново. Еще, кстати, мешочек для трав тоже не помешал бы. Вообще было бы идеально. Но пока я буду во всем этом разбираться, я это сделаю, пожалуй, за кадром, потому что иначе это будет очень-очень долго. Я создал прялку, непонятно для чего. Вот, кстати говоря, у меня теперь есть пряжа. То есть, окей, взял. Взять все. Так, наверное, для того, чтобы из пряжи сделать что-то, мне еще понадобится ткацкий станок. Так, с одежды. Что я выучил среди одежды? Нифига. Наверное, когда у меня уже будет ткань в руках, я тогда уже научусь что-то строить или что-то делать. Так, окей. На эту серию мы так и назову, что надо приодеться. Так, окей. Итак, после того, как я бегал, крафтил, строил, добывал все, я построил также вот дубильный станок, на котором, кстати говоря, мы можем получать кожу. Вот она у меня делается. Ну, мы будем животных убивать и по ходу добывать кожу, из которой мы, наверное, сможем какую-то одежду делать. Я построил ткацкий станок, в котором требуется ткань. Ну, как бы мы можем уже сделать ткань, потому что я собрал... Значит, много льна, поставил его сюда, в прялку, и сделал из льна, как бы, ну, пряжу, короче. И из пряжи у нас получится ткань. Зачем мне ткань? На самом деле, в общем-то, не для одежды, а для того, чтобы сделать мешочек для трав. Потому что мешочек для трав очень важная штука. Также я сделал вот этот вот набор для шитья. То есть он тут был в ключевых предметах, и очень легко его можно сделать. Дальше, что нам потребуется? В этой игре, дорогие друзья, у этой игры такая логика, что чем больше ты предметов находишь, тем больше у тебя крафта, то есть появляется разного крафта. То есть чем больше ты путешествуешь и находишь новых предметов, тем больше крафтовых возможностей у тебя появляется, а по-иному никак.
Давайте посмотрим в инвентарь. И да, кстати, я понял, что мне можно делать, чтобы выбросить все, что не нужно. Это легко довольно. Нажимаем на клавишу X. Так, у нас есть волшебный цветок. У нас есть что у нас? Семена дуба. Давайте, кстати, посадим семена дуба где-нибудь, чтобы у нас вырастал дуб. Я бы очень хотел бы добыть семена льна. Если бы я вспомнил, как это делается, было бы великолепно. Но я не помню. Так, поэтому нам придется пока что без всего этого обходиться. Так, у меня есть ткань. Забираем ткань, и у нас что тут появляется? Ух ты, какая ткань. О, ковры, ковры. Вот такие ковры, наверное, были у вас бабушки за спиной на стенах. Боже мой, на стене. Что со мной творится? То их не говорю, то егохни, и у всех там слух убивается. Вот, посмотрите, какие у нас тут штаны и шляпы появились. Короче, вся одежда у нас теперь. Мы можем сделать любую одежду. Но, конечно же, моя цель была не в одеждах. Хотя тут, блин, ничего себе такой выбор. Я обязательно что-нибудь себе сошью. Вот пиратский камзол. Штаны северной униформы. Это для американцев, наверное, очень актуально. Так, феска или еще что тут. Шляпа исследователя. Ух ты ж. А египетская набедренная повязка, ковбойская рубашка. Боже мой, сколько тут типов одежды. Но это все мне не интересно. Мне как бы человеку практичному нужно было сделать кое-что другое. Так, инструменты, оружие. Это не здесь было. Так, это и не здесь было. Потому что здесь вряд ли будет мешочек для трав. Так. А это что? А, просто хранилище. Так. Разные. Может быть, это было в разном. Да, вот, разные. Так. Давайте сделаем. Кстати, его можно сделать как из мешочка. То есть, такого вот такая. Ну, давайте сделаем. Такое пускай у нас будет. И будет круто. Потому что туда мы сейчас уже сможем складывать все что угодно. Вот видите, здесь, когда мы будем собирать траву, вся трава будет собираться там. Так, засохший дуб. Любопытно, чистотел. Кстати говоря, разные растения у нас потом будут использоваться для разных целей, и у нас теперь будет прям все очень удобно. Зачем я всю эту траву собираю? Мне нужна будет веревка, которая делается из травы. Собственно говоря, вот такие вот дела. Теперь нам хорошо бы начать наше путешествие. Кстати, я сделал каменную ступу. Она помогает перетирать некоторые элементы. Так что имейте в виду. Мешочек для золота. Ха, тоже можно сделать. Потом я этим займусь. Зеленый пигмент. Кстати говоря, с помощью ступки можно делать пигменты, чтобы их во что-то перекрашивать. Так. Что мне дальше нужно? У меня есть мешочек для трав, у меня есть, так, сверло для добывания огня я не хочу, потому что не хочется мне этим сейчас промышлять. Так, посмотрим ключевые предметы. О, наковальня. Так, кузница, мехи, углевыжигательная печь. Мне бы хорошо, ребят, добыть... как бы какой-нибудь деревянный этот, точнее, печь для выплавки стали, металла, чего-нибудь такого, было бы круто. Наступает ночь, к сожалению, сейчас я не смогу пропутешествовать, сейчас мне придется есть. И так, к счастью, у меня есть, я фрукты зажарил. Так, все, я уже сытый, вообще без проблем. Но мне надо собирать... побольше ресурсов, побольше стрел наделать. Я это все сделаю за кадром, потому что это все на самом деле скучный процесс. Текст. Ну что ж, понеслась. Итак, дорогие друзья, попытавшись во всем разобраться, я пришел к такому выводу, что крафт крафтом, но нам придется изучать. То есть нам придется отправиться на разведку, чтобы понять, что где находится. И, возможно, найти что-нибудь новенькое для того, чтобы у нас появились рецепты. Но пока мы будем всего лишь собирать разные элементы. Так, возьмем сено, чтобы у нас было.
чем больше мы соберем, тем больше у нас рецептов будет. Так, пока. Опа, опа, опа. Боже мой, боже мой. Так, убегаем. Бежим, бежим отсюда подальше. Иначе они меня укусят. Если эти волки до меня доберутся, будет плохо. Лошадка, спасай ситуацию. Так. Да, видимо, им лошадь неинтересна. Видимо, им интересен только я. Ох, тут залежи какого-то интересного металла, возможно. Или камня, или мрамора. Так, очередная лошадка, спасай меня. Может мне в воду прыгнуть, а? Так-то они меня убьют, наверное. Так, плавать они умеют. Но они все еще бегут за мной, боже мой. Помогите, спасите! Волки! Так. А может я заплыву чуть подальше? И они от меня отстанут. Хотя плывет-то он быстрее. А вот они отстали. Глупые животные. Так. Ладно. С ними все понятно. Надо быть аккуратнее, потому что мы можем напороться на кого угодно. Ну а пока давайте посмотрим, что мы можем добыть. Ух ты, кремень. Кремень у меня есть, хотя давайте добудем немного. Его, как говорится, не бывает лишнего. И тут поменялось то, что, ребята, стало больше, скажем, больше залежи стали больше по размеру, вроде бы, потому что раньше они такого размера не спавнились. А теперь они большие, и теперь это удобно их добывать. О, а это что такое? Так, железо? Ну, наконец-то. Наконец-то, блин, у меня железо. Это замечательно, найти этот ресурс уже во второй день. И, кстати говоря, я забыл вам показать, нам уже доступен транспорт, мы можем сделать корабль и куда-то поплыть. Но я с этим не хотел бы торопиться. Я хотел бы, пожалуй, построить себе какое-нибудь жилище нормальное, нормально приодеться и уже потом строить порт. Вот, это было бы, да, интересно. О, лошадь. Лошадь мы тоже как-нибудь приручим. Пока, правда, нам не до этого, но лошадь нам понадобится. Да. Так что в этой игре, я надеюсь, максимум возьму всего того, что можно взять. Так, железо мы покопали, я устал, и мы пошли дальше. Пойдемте посмотрим дальше, что у нас тут есть. Если что, нам надо будет возвращаться вон туда. А впрочем, как бы, ничего страшного. Главное, на диких животных не натыкаться. И там какой-то бокс вдали, вы только посмотрите на это, какой-то в небе. А, видимо, опять угрехи рандом гена. Либо он там должен быть. Я не знаю. Видимо, он там должен быть. У меня нет другого варианта насчет этого. Так. Что у нас тут? Козочки, лошади. Пока все хорошо. Пока все нормально. Так, что я там вижу? По-моему, там пещера и волки. Да, вот два волка там ходят. И пещера там есть. Как-нибудь, когда обзаведемся доспехами, займемся волками. Так, пока нам волки не нужны, пока мы пойдемся без них. Так, лен, какой-то картофель, даже картошка здесь есть. Короче, всю траву надо собирать и насобираемся на что-то полезное, видимо. Так, бежим дальше. Здесь должны быть какие-то структуры. О, там я что-то вижу. Я краем глаза просто видел. Так, грибочек. Так, уже места в инвентаре нету. Ну что вы здесь будете? Кошмар какой. Уже и места нет. Так. Там что-то интересное есть. Вот. Ну. Ух ты ж, блин. Прям приглашение на какой-то обед. Вы только посмотрите. Так, и палки есть. И мясо есть.
Подозрительно как-то, не находите? Мясо, нож, хлеб. Чё, хлеб, что ли? Половинка хлеба, да, даже хлеб есть. Так. Каменные глыбы. То есть это камни, которые можно собрать. Это что такое? Мешок. Так, в мешке ничего у нас пока вроде бы нет. Ха, странно. То есть я не удивлюсь, если за мной придут, если я здесь, конечно, обустроюсь. Колесо. Спелая кукуруза. Так, кукуруза мне не нужна пока что. Но вот здесь вот все интересно. Интересно, это можно все зажечь? И даже стул сюда бросили. Видимо, кто-то хотел сжечь свое прошлое. Так вот. Ну, окей, допустим, здесь это есть, это мы нашли. По крайней мере, я знаю, где у нас мясо есть. Если что, прийти поесть, если еда закончится. О, кабанчик. Так, а что дальше у нас тут в лесу есть интересного? Что у нас тут дальше есть, помимо железа? Так, что это такое? Что это такое? А что-то тут вижу. Достаем кирку и копаем. Сейчас, надеюсь, выкопаем и поймем. Чё? Что это? Вот что это? Кусочек железа какого-то. Кошмар. Так, что это? Глина. Вот глина нам понадобится. Вот в этом я даже не сомневаюсь, потому что в прошлых частях, точнее, когда я играл раньше, она прям нужна была, прям вот для создания печей, там всякого такого. Реально. К сожалению, в этой игре есть такой вот момент. Есть куча ненужной мишуры, например, в виде одежды, да, там. А какой-нибудь усовершенствованной печи, там, не знаю, высокотехнологичной, чего-то такого. А, может, она и есть, просто я, возможно, не добирался до этой части игры. Но я как-то не очень уверен. Так, в этом. Ну так, ноль. Выбрасываем грязь. Так. Выбросили. И забираем глину. Так, не надо ее бить, просто забираем. Бить не надо. Так. И попытаемся еще немного выкопать. Все-таки интересно, что потом впоследствии получится. Так, он есть хочет. Ну, окей. Ешь, так сказать. Так, глину мы нашли. Глина, понятно, где у нас. Что-то какие-то зеленые. То есть деревья стали какие-то желтые. Что, осень, что ли? Неужели ввели времена года? Если это так, то мне придется готовиться к зиме, я так понимаю, да? Ай, какой кошмар. О, медведи, медведи, вот надо быть подальше, потому что медведи это... Я думал, волки это ужасно, но на самом деле медведи, они опаснее, чем волки, по-моему, насколько я знаю. Либо так же, либо опаснее. Но рисковать все равно не хочу. Так, вот оно, мое подобие базы. Я с фруктами в руках бегаю. Так, сейчас. Я очень надеюсь, что у меня появилось что-то в крафте. Однозначно. О, глиняные горшки появились. Недавно выучено. Так, недавно я выучил глиняные горшки, а также кирпичи. Кирпичи это хорошо, конечно. Так. Жаль, у нас тут нету стены или чего-то такого. Тут все поблочно. А это не очень приятно. Так, египетская ваза. О, вазы, это прекрасно. Так. Плавильная печь. Вот что мне нужно было реально, да. Давайте поставим ее тут. Слитки. Так, создаем слиточки. А, я так понимаю, мне придется делать вот так вот, что не очень удобно. Эх, надо было. Так, 4. А, так мне еще надо сюда топливо положить. Так.
И как мне... Блин. Кто-нибудь, помогите мне так добыть огонь. Ингредиенты для рецепта. Окей, рецепт мы сюда положили. Мне что-то кажется, что мне понадобится уголь. Реально. А для угля у нас тут есть особая печь. Ключевые предметы. Вот она. Углевыжигательная печь. Пипец, она огромная. Пускай будет здесь. Так, здесь мы можем кирпичи делать, что очень-очень приятно. А, вот теперь, я думаю, дело должно пойти. Так. Теперь как мне это зажечь? Или он уже начал делать? Нет, не начал. Я как-то это все зажигал. Как-то я все это зажигал. Видимо, мне придется достать из инвентаря вот эту штуку, которую я сделал все-таки из старого лука. Сверло для добывания огня. Может быть, мне с ним будет проще. Кто-нибудь объясните мне, как тут все делается, а? Так, ладно. Я подкладывал, помню, какое-то топливо. Так. Ну как я это делал-то? Может быть, я брал это самое топливо в руки? Сейчас посмотрим. 7. Да, блин, покормить. Покормить печь. Так, теперь. Теперь зажечь. Вот оно как. Ура! Все, я понял. Теперь мы будем кормить печь. Кормить. Да. Да здравствуют технологии. Круто. Все, дело пошло. Отлично, теперь у нас будет и железо. То есть железные слитки у нас будут. Мы сможем сделать себе нормальное что-то. Ух, да, только вот дом как строить-то. Надо посмотреть. Попробуем кирпич. Такой кирпич сделать. Так, необходимо один. Тут очень много разных форм. К сожалению, тут не дается познание о том, как это все происходит. Как это все выглядит. Так. Теперь, если я углем. А, то есть я могу дальше делать уголь. Пускай создается. Круто, удобно. То есть ты можешь за один раз много-много сделать слитков и... А, можно также из кусочков тоже выплавлять. Что, несомненно, удобно. Так, наковальня. Что мы новенькое выучили? Сейчас посмотрим. Ух ты ж. Шкатулка с украшениями, блин. Диван из чемодана. Так. Ух ты ж, сколько у нас интересного-то появилось. Сколько рецептов. Железный арбалет. Вот то, что мне нужно, кстати. Нет, не металлическое хранилище. Я имею в виду вот доспехи. Да. Круто. Нереально круто. Даже печь есть, то есть железная. Промышленный железный забор. Сколько всего-то открывает нам железо. Рогатый шлем.
Так, круто. А также железные инструменты. Сабля, меч. Кстати, где мой меч? А, мечи пока нет. То есть меча. Такс. Мешочек для золота. Там. Окей, так. Мне понадобятся ткани. Мне понадобится. Так. Пускай делается это. Берем все, плавим пока. Есть силы и возможности плавить. Здесь что? Здесь тоже берем все. И пробуем сделать вот это. Смотрим, что получится из этого. Мне интересно, если я сделаю себе дом, как я его буду делать? С каких блоков? Так. Волшебное растение там живет своей жизнью. Этот пень надо выкорчевать. Молодой дуб тоже. Ух ты ж, как он размахался-то. Так. Опа. Так, забираем это все. Это все. Пожалуй, этот камень тоже отсюда надо убрать. И оказывается, надо, если вы жмете вот один раз так, он бьет не сильно, поверхностно. Если бьете, если зажимаете, то он начинает вот так вот делать. Но это невыгодно, потому что вы меняете. О, вот, 10 камней. Вы портите землю, то есть она становится не плоской после этого. Но это не проблема. Сейчас я сделаю лопату и буду выравнивать. И, насколько я помню, выравнивать лопаты раньше было удобно. Так, что мне требуется для этого? 6. Так, недостаточно места в инвентаре. Также мне очень-очень понадобилось бы хранилище какое-нибудь. Большое. Конечно же. Здесь есть мешки, но я так хочу сундук. Какой-нибудь сундук. Диван из чемодана. О боже. Может просто сделать такое, а? Пока временно. Отлично. Теперь еще и хранилище красивое есть. Так, что мы сюда положим? Яйца положим. Там продукты разные положим. Наверное. Где у меня здесь продукты? Там всякий мусор, ракушку, например, которая мне нафиг не сдалась, я ее собирал. Так, вот она. Потом мы ее, конечно же, выкинем куда-нибудь. Да, блин. Окей. Так, все, делаем лопату. Которая нам очень-очень нужна будет. Стекловидная, стеклодувная трубка. Блин, тут здесь даже стекло есть. Так. Есть штыковая лопата. Здесь такая лопата. Короче, лопату мы пока не сделаем, потому что у меня нет кузни. Но зато мы сделаем деревянную лопату, которая мне пока что заменит. Так. Так. О, все. Идеально. Круто. Вообще. Так. Ой, я забыл про плавку металла. Сорян. Так. Вот так вот пускай создается. Круто. А здесь мы посмотрим на наш кирпич. Какой у нас блок получается. Может быть, все-таки мы решимся построить дом.
О. Знаете, так недурно. Недурно, недурно. Недурно. Мы даже можем его взять. Ну, я имею в виду, если мы не так его положим, мы можем его взять. Короче, мне очень нравится. Так, что там было? Тут еще есть левый контур. Радиус строительства. А, то есть можно отдалять, приближать, если Ctrl нажимать. Демонтировать предмет, переместить объект вверх-вниз. Понятно, Z. Круто. И повернуть предмет. Вот так вот можно его вращать. F и R. А, крутотенечко. Крутотенечко. Мне понравилось. Мне понравилось. Возможно, я буду строить себе дом из всего этого. А, не надо. Да блин, что ж такое? Почему я не могу положить-то сюда? Потому что я дундук. Потому что он у меня и так уже здесь. Ясненько. Так, посмотрим. У нас уже затухает это дело все. Надо поскорее все сделать. Так, давайте покормим печь. Кормить печь, блин. Чё, кормить нельзя, что ли? Видимо, пока горит печь, кормить её нельзя. А, можно. Окей. Итак, друзья, я тут кое-что построил, помимо всего, и хотелось бы с вами познакомить это все. Я сделал себе железную печь, которая более или менее хорошая, и она уже, то есть, не является чем-то вроде костра, потому что он не будет выгорать, к ней можно подойти и просто зажечь. Накормить, зажечь, как говорится, все. Все по фэншую. Здесь я плавлю металл, и мне осталось сделать всего лишь некоторое количество его, и потом я оставлю в покое плавильню. 50 железной руды я оставил здесь, и так что все будет чики-пуки. Так, давайте выровняем здесь, потому что я оставил здесь кое-что. Ну, точнее, после того, как я убрал костер здесь, и я его убил буквально, не убрал, потому что я замахнулся лопатой и прибил костер так, что мало не покажется. Так, блин, ну, спать сейчас не очень надо, потому что у меня там все готовится. У меня скоро будет хлеб готовый. Вот он, есть у меня хлеб. Кстати, можно сделать имбирное печенье. Круто, круто. Вареные яйца. Кстати говоря, у меня здесь где-то были яйца. Давайте их тоже сварим. Так, сделаем вареные яйца. И будет прям ура. Смотрите, сколько всего уже есть. Посмотрим, что более важное мы еще можем сделать. Ключевые предметы. Так, кузница. Кузница мне понадобится. Вот это реально мне понадобится. Для нее требуются мехи и наковальня. А, мехи. Мехи можно сделать из кожи, прибив какую-нибудь животинку. Так, нам нужна животинка. В животинку мы можем... Так, литейную установку. Это еще что такое? Так. О. Так, интересные какие тут дела у нас тут. Тут была одна штука, которая... Так, может мне выключить печь? А нет. К сожалению, ее потушить нельзя. Она горит. Горит, так сказать, как горит. И все. Угу. Так, еды у нас теперь навалом. Можно реально объедаться ею так, что еще не готов. Не готов
к следующей порции, что ли? Ладно, так, половинка хлеба. Так, что это у нас тут? Хлеб. Половинка хлеба. Что ж, давайте. Разрежем хлеб. Только смысла в этом я особого не вижу. Ну, наверное, чтобы... Это имеет смысл, наверное, чтобы не объедаться. И можно было экономно тратить, наверное, хлеб. Больше в этом не вижу смысла. Да, было 5 штук хлеба, теперь стало 10. Окей. Посмотрим дальше, что можем делать. Так, у нас грязь, древесина. Круто. Так, древесный уголь, семена травы. Так, кучу-кучу железа. Мы хотим сделать приманку для мелких животных. Вот это вот мне действительно нужно. Приманка для маленьких животных. Здесь где-то была такая штука. Только она была в разделе не разная, а совсем в другом разделе. Так, держатель зелий. Думаю, она где-то была здесь. Ну, в общем. Все-таки этот момент немного не поправили разработчики. Это меня разочаровывает. Потому что можно было бы сделать по-другому. О, медвежий капкан. Нам такое понадобится. Так. Такс. Вот это приманка для хищных животных. А мне нужна приманка для травоядных животных. Так, для кроликов и прочего. Потому что бегать за ними это сущий ад. Так, что здесь, что здесь, что здесь? Давайте напишем. Приманка, вот она. Ура. Ура, блин. Давайте сделаем аж целые 3 штуки, потому что неизвестно еще, что будет. Так, я голоден, мы есть теперь будем. Не жареные овощи, фрукты, а хлеб. Теперь есть хлеб. Ишь, какой батон, а. Эй, 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 надо было есть. Хотя давай пускай поспит, а потом поест. Окей. Спим до утра. Так, он что, спит и не хочет больше есть? Это же где такое видано? О, кстати, волшебное растение нам дало ваши волшебные ростки. Мы положим сюда. А, наверное, она в мешочке для трав сложилась. Так, так, так. Идем на охоту. Так. Куда-нибудь. Вот они там, зайчики, бегают. Давайте посмотрим. И будем готовы. Готовы к атаке. Итак. Зайка испугалась меня, убежала. Пока ничего толкового нет. Ждем дальше. Так, так, так. Кажется, не та животинка подошла к моим приманкам. Ах ты ж гад. Какой-то краб, который мне нафиг не сдался. Ну, он хотя бы мясо дал свое. Панцирь краба. Ай, не то. Блин, а зайцы все очень быстро бегают. Похоже, мне придется охотиться на кабана. Кабана опять. Зайцы пипец какие быстрые. В них так ты и не попадешь. Может, кто-то из вас и попадет, кто в контру играет постоянно, но я этим не занимаюсь. О, мы в козочку будем стрелять.
К сожалению, козочка, молоко твое пока не нужно. Вот так вот. Круто. Козья шкура. Так. Еще немного козы. Две стрелы достаточно. Так. Ну, вернись. О, одной стрелы было достаточно. Вау. Да я ж прям... Интересно. Кабанчика получится так. Кабанчик хитрый. Он заранее убегает. Я боюсь, что я к волкам забреду, поэтому не будем особо. Промышлять этим делом. Притом мою приманку, блин, захавал какой-то краб. Это было, конечно, унизительно. Но что теперь поделать? Так, ладно. Сейчас прибудем. Зайцев, я так понимаю, лучше бить топором или чем-то таким. Хотя, блин, учитывая, как он замахивается топором, заяц убежит, наверное, раз 20. Так, ух, теперь мне нужна кожа. Так, ух ты ж, сколько мы всего-то можем сделать. Что-то тут не то. Давайте мне, вот, не то меню создать. Две кожи, пока кожа будет делаться, потому что очень нужна эта штука для кузницы. А мы пока срубим вот это вот. Так, круто. Интересно, если я буду бить по льну, так, таким образом, мне семена выпадут? Да. Вот как у нас достают семена, дорогие друзья, оказывается, да? То есть ты просто бьешь по растению. Вот так вот. Опа, готово. Семена льна. Тыц. Если есть какой-то более гуманный способ, пишите в комментариях. Так, мы сейчас посадим сюда, конечно же, эти семена. Они у меня где-то здесь. О, вот. И у меня будет лен. Да, кстати, мы их прям так и посадим. Так, осталось три. А эти трое мы используем для... семян, то есть мы их будем рубить. Вот так вот делается все это дело, наверное. Так, что у нас следующее? У нас задубился. Да, задубился. Строим кузницу и объявляем о нашей победе. Ну, я имею в виду о конце серии. Кстати говоря, я очень растянул все это дело. Так, создать. Нам сколько понадобится? Один. Круто. И нам понадобится вот эта штука. Так, блин, ну опять места недостаточно. Посмотрим, что мы можем вывалить ненужного. Например, семена травы мне не нужны. Семена черноголовки тоже не нужны. Все. То есть, берем наковальню. Наковальня у нас есть. И все. Мы можем создать кузницу. Вот это круто. Так вот, где мы ее будем ставить? Давайте ее поставим здесь. Вуаля! Все. Посмотрите, сколько всего мы можем сделать в кузнице. Блин, это ж так круто. Инженерный шлем даже можем каким-то чудом сделать. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Если вам понравился такой вот Let's Play... Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. И здесь где-то были эмоции. В прошлый раз это как-то все делал. А сейчас я не знаю, как это все делается.
Да уж. Ну ладно, пока я буду по горячим клавишам нажимать, я просто пожелаю вам сладких снов. Ой, то есть приятного дня и сладких снов, наверное, потому что если вы это будете смотреть вечером, то перед сном самое то смотреть. В общем, всем пока-пока, дорогие друзья. Всем до скорого.